Привет, друзья! Сегодня посмотрим с вами, пожалуй, один из самых дешевых брендов на этой выставке. XCO производит алькованные полуинтегрированные автодома. Давайте разберемся, почему они так дешево стоят. Даже сейчас свет попробую включить. О, смотрите, свет горит. Ну что по багажнику? Отделан, смотрите, даже вот нержавеечкой такой и здесь, в пороге, как-то, да, оформлены. Ничего плохого я здесь не вижу. Все, даже есть проход в кабину или из кабины, если что. Поддержка кровати мы видим из алюминиевой рамы. Это уже хорошо. Не везде такое встречается. То есть это не сломается 100%. Ну, своеобразная, конечно. Тут система запирания, ну а что, работает. Она есть, видите. Ну, своеобразный такой дизайн. Ну, какая разница, в принципе. На скорость не влияет. Главное, чтобы это не расклеивалось. Ну, прежде чем пойти внутрь, сейчас посмотрим цену. Видите, отдают его за 42 тысячи евро. Тем не менее, это Fiat, уже обновленный, 140 сил. Ну, колесики, правда, 15-е, да ничего страшного. Едут они, крутятся, все с ними в порядке. Кстати, входная дверь такая же, как вот у Sunliving'ов я видел на стенде. Ну, сейчас люди выйдут, посмотрим тоже. Ну что, стандартный полуинтеграл над кабиной. Смотрите, такие интересные ниши. Есть два ящика для всяких вещей. Стол трансформируется. Он на телескопической ноге. Можно оборудовать здесь еще, так понял, что спальное место, потому что в гостиной у нас располагается опускаемая кровать. Слушайте, а выглядит-то не все так уж плохо, как вот порой иногда рассказывают про XGO, говорят, ну вообще типа, да нет. Ну, даже доводчик даже есть. Не доводит немножко, но ничего страшного. И комфорочки. Ну, холодильничек небольшой, правда, для полуинтеграла как-то уже непривычно. Вот, ну, в принципе, все хорошо. Телевизор, смотрите, поставили. Ну, такой вот своеобразный пультик контроля. Так, и дальше мы с вами проникаем уже в спальную зону. Светло, симпатично, по-простому, но функционально. Значит, здесь туалетная комната получается. Туалет, умывальник, окошко, полотенце, держатель с зеркальцем. Все это закрывается вот таким образом отдельно. Вот это немножко, кажется, слабенькая система. Дверь перекрывает, в принципе, всю санитарную зону. И здесь еще душевая кабина. Ну, в принципе, вполне себе нормального размера. Если не придираться, то помыться здесь не составит труда. Вот такой вот, друзья, XGO динамик. Расскажите, что вам здесь показалось интересным.